любые что маски, такое? Говорю еще раз, все, что мешает опознать человека, как принято. Было, пока он с вами. Дальше выводить. Луджи, ты что ли? Я? Что случилось? Да, блядь, мы приехали за кредитом, хотели этот, ну, вложиться в расширение бизнеса. Какие-то уловки начали палить в воздух, там, что-то это, блядь, положили. В итоге там ваши, я так понял, зашли, что-то там начали кидать нахуй. Тоже положили, меня с коляски скинули, наручниками завязали. Я лежал, да, для у кого есть оружие на южном отделении. Помощника мэра, блядь, лысого, блядь, это просто пиздец. Приехал, я понял. Кредит взять. А Молли с тобой была? Молли? Не, да. Со мной и Джерси был. Ага, Джерси, я понял. А да. Много людей там внутри еще, не знаешь? Да там ебать да хуя. Ну там всякие эти... Да я... Где-то были, не знаю. Может, забрали. Вот эти школьники или кто-то, которые в телефонах есть. Еще какие-то. А, 10-4, да. Пиздец, у меня в ушах до сих пор звенит, ебанешься. Я понял. Это ваши, блядь, ребята. Капот автомобиля. Но тебя уже обыскали, все нормально, да? Ничего тебе не привели. Можешь посмотреть, у меня тут листовки, блядь, агитационные на выборы, нахуй, сигареты и... А не-не-не, я вижу, все нормально. Все нормально. Линкольн 24 на супервайзера. Я 10-3 слушаю. Можно ваше 10-3? Так, ладно. 10-3 южное отцепление. Да я понял, это все какая-то афера, забей. Я только на какие кредиты не выдают, присаживайтесь. Это печально было. 22-57, центральный банк. На аллее банков. Так, ладно, я сейчас тут, пока будет тут, в принципе, тут безопасно. Воздух один, берем. Ну я так понимаю, тебе вопросов нет, офицера. Да, оружие есть, статус внутри. Вроде нет. А, нижний этаж чист, выводим. А, ну тогда тут пока, да, просто оставайся. Верхний этаж под контролем преступника. Кажется, Саша, у них также есть три заложки. Мне кажется, у меня также нет. Да, да, конечно. Присаживайтесь, сэр. Я захвачен преступниками, верхний этаж, выводим заложников. 10-4, да. Штайнер. Здорово, Шепард. Код 7. Я же подготовился. Ну так. Ты знаешь, что теперь этот Линкольн 35? С тебя пиво, блядь. А внешний так какой у нас? А, внешний 6, внутренний... Внешний 5, внутренний 6. Как понимаю, мы этих вот джентльменов по очереди берем, да? Подойдем, чувак, к тачке. К какой тачке? Я можно меня вести или не брать? Вот. Может, нам придется пройти там, ну, где-то метров там 40, да, как понимаешь, возле банка. Мы сядем в тачку, чувак, и заложники останутся у меня. Так, быстрее, выводим людей, быстрее. Мы заберем бабки, анимации. Весь... Воздух один в квартале Ена, что-то происходит с освещением. Да, походу. Так. Где у меня наличка? Ух ты, что-то у меня вот сильно бронирование. Да-да-да, извиняюсь. Так, есть что-то при себе, что меня может заставить беспокоиться? Что ли? У вас есть что-то где при себе, что может заставить меня беспокоиться? Блядь, где-то в сумке. Посмотрите. Где? В сумке. Понял. Так, полиция, блядь, что тут у нас? У него есть сумочка, блядь. Ага, я тебя понял. Еще что-то может быть? Так, пистолетик я сейчас заберу, вот так вот взял пакет. Шнайдер, это я заберу. Тебя... Дальше со мной. Что говоришь, Шепард? И маску еще. Возьми с собой, пожалуйста. Ага, я понял. У тебя места нет, Шепард? По всей видимости... Карманы полны. Я понял, понял. Что такое дело? На ухо потребуется помощь. Так, стяжки. Стяжечки ему. Стяжечки. Да боже мой. А у тебя, ну, вообще, ну... Это у тебя добра, конечно, при себе. Восьмой, веду на северное оцепление еще одного человека, да, с оружием. Так, пройдем со мной, джентльмен. А место в транспортном средстве есть? Стой. Так. Жив. 2-1 тут остался, один заложник. Это тебе потом отдать, да, я так понимаю? Это потом, да. Я быстрее, заберите заложника. Так, гражданин. Вас я заберу с собой. Так, слышишь, Шепард, а куда тех, у кого волыны были при себе?
А, на восточное. На восточное, понял. А, и северное вроде. Подожди. На север? Я могу спросить у активного супервайзера, если ты не знаешь. Спроси, пожалуйста. А, Линкольн 35 на активного супервайзера. Куда везти тех, у кого были с собой вооружение? На северное оцепление? 10-4, северное оцепление, если есть вооружение. Ага, 10-4. Так, а где у нас северное? Там вот оцепление. Ух ты, еще и слушал, блин. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Там больше никого. А, там еще двое, как я понимаю. Угу. Маску не забудьте снять и. Да, да, конечно, сейчас. Да, как автомобиль. Обыскали? Да, 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 там билеты с собой. Отлично, было. Не забудь права зачитать. Понял. Линкольн 2-1, банк чист, повторяю, банк чист. Внутри только группа СВАТ и заложники. И подозреваю. Так, Сэр, а ну-ка повернись на меня. На озеро. Если маску с вас сниму, осторожно. А, мы сейчас будем... А, вижу вас. Так, что у нас тут, блядь? Пиздец. Так, справа один, слева один. Так. А вам права зачитывали, сэр? Мне? Нет. Да, вам. Нет. Замечательно, тогда вы не обязаны что-либо делать или говорить, если сами этого не желаете. Любые ваши слова или поступки могут быть использованы в качестве доказательства. Вам все понятно? Линкольн 24 на супервайзера. Отлично. Супервайзер занят. Так. Гражданин был задержан. С вами уже разговаривали офицеры? Все с оружием будут... Так, я понял. Так, на данный момент с вас масочку я сниму, пожалуйста. Северное оцепление снимается... оставляем коридор к северному оцеплению. Тут-тут-тут, вам ваши слова в этом, как его? Открываем зеленый коридор в северном направлении. Ничего не зачитывали, да, ваши права? Северного направления. Смещаемся. Белим. С расстановкой. Покажи полностью. С расстановкой. Смотрите, вы не обязаны что-либо делать или говорить, если сами этого не желаете. Любые ваши слова или поступки могут быть использованы в качестве доказательства. Вам все понятно? Частично тогда снимаем, собственно, перекрытие. Все понятно? Все, двигаемся на правую и левую сторону дороги в переулке, как принято. Так, тогда два джентльмена за мной. Если медпомощь нужна, скажи. Джентльмены за мной. Мне обещали водички дать. Нужна дать. Воздух один, видимо. Так, давайте джентльмена в зеленом смокинге. Садитесь. Уверен, что все направление безопасно? Немножко застегнул. А, кстати. А, тут уже кувер забрал. Давай, так, тогда вы, джентльмен, вот запад, сейчас вам дверь подкрою. В условии переговоров передаю Дэвиду. Садитесь. Я командую лишь отцеплением. Сейчас мы вам водичку все дадим, только департамент уже полиции. Можете помочь? А, конечно могу. Да, блядь, офицер, он реально ничего не делал, он мне мордой в пол лежал. Все, сейчас вас пристегну, только еще. Опа, отлично. Ебать, урод, блядь. Так, слышишь, Грувер, скутер? Офицер, скутер. О, это вообще себе знаменитого исполнителя. А, скутер, слышишь? Я слышу. Я тогда в департамент их повез. 4, слушаю. Я же тебе прошу. Давай. Задержанный, да. Что говоришь? На Линкольн 2. Доложи только, потому что мы в департаменте. Да, а я сейчас подойду к супервайзеру. У нас нет такого. Детектив. Да. Нам тогда двоих уже вести в департамент, верно? Мы взяли уже. Воздух один к 8-му. Да. Все, принято. Находится на 34-м канале. 10-4. Лазар у нас на южном. Я все нахуй подрежу, что его пиздил. Все, Груер, погнали. Не надо, тогда он не ищет и полезет. Меня мужчина вот, привел. Меня офицер привел, сказал, сейчас тебе дадут водички, отпустят. Все нормально, мы не против, все хорошо. Чувак, мы только раз... Тем, кто не вооружен, их нужно было, во-первых, на южную территорию, во-вторых, сейчас те, кто не вооружен, вот эти, возьмите у них личные данные, рекданные, а также отпустить.
Ага, да, но у нас уже те, кто были вооружены в машине. Чувак, у нас же оружие забрали, значит, надо отпустить. Вот эти были не вооружены двое. Этих тогда на допрос сразу. Да-да, мы сейчас отведем. Сейчас возьму рекданные, вот у граждан, которые без... Да-да-да, после допроса сразу же инцидент. Все, принято. А тут все без оружия, реально? Так, граждане, можно ваши рекданные? Конечно, только снимите, пожалуйста, вот эти штуки, которые у меня держат руки. Конечно, конечно, сейчас. Вообще, я не могу, пожалуйста. Да-да. Наши все группу. А твои Луиджи у меня есть, твои нет? Да. А моих нету, что ли? Да. Сейчас я вам передам документики, посмотрите, пожалуйста. Следите, отвечаю. Да, конечно. Двое в масле обезьян, один в белой рубашке, трое вооружены. Держите. Держите.